Приветствую вас, дорогие друзья! Столько у нас с вами сегодня всего красивого, новенького брендов Belle, Demini и Wet n Wild. Думаю, что всем вот этим сегодня я могу сделать полный макияж, ну, может быть, за исключением двух-трех элементов, типа пудры и средства для бровей. Не стала уже заказывать и эти средства, потому что мне их и так слишком много. Где я приобрела все эти средства? По супер низкой, просто вы удивитесь, какой цене. Если знать, где это, можно приобрести себе обновки вот настолько недорого и вот такие красивые и качественные. Максимально приближусь сейчас к вам. Видите каждый продукт, как он сидит на лице, как он растушевывается и как он выглядит. Итак, поехали! Я уже нанесла легкое тональное средство. Не смогла уже просто в свою коллекцию добавить никакие тональные средства из данного заказа, просто потому что мне их слишком уже много. Начнем с компании Belle. Польская, очень бюджетная косметика, однако она просто бьет рекорды сейчас продаж. У них очень хорошее средство. Я решила показать нестандартные средства из данной компании, то есть все тестируют карандашики для губ, губные помады, тональные средства, а я же заказала вот такие вот консилер и корректор. Давайте посмотрим на них поближе. У них открылась новая линейка Hypoallergenic от Belle, и перед нами Eye Concealer в светлом оттенке 01 Natural, и также корректор антибактериальный. Это такой вот автоматический, вы видите, карандашик, да? Оттеночек вот такой у него, то есть он практически не заметен на коже. Очень сложно мне вам его показать, он такой суховатый. Но именно такой антибактериальный корректор и должен быть. Он должен замазать, вот смотрите, пятнышко красненькое, да? Вот он полностью его абсолютно убирает. То есть для тех, кто страдает высыпаниями, акне, вот это просто выход из ситуации. Ну, я думаю, что я сейчас воспользуюсь именно какие-то проблемные точечки. Ну, какую-то красноту, может быть, вокруг носа. Здесь ментол и антибактериальное действие для тех, кто страдает высыпаниями. Вообще, по-моему, великолепно. Будем пробовать. Антибактериальный корректор у меня в тоне А1, это самый светлый. Консилер от Belle под глаза. Очень часто девушки страдают от того, что у них сохнет кожа под глазами от корректоров, консилеров и тональных средств. Полный такой, прямо полная пачечка. Давайте попробуем. По цвету мне очень нравится. Это опять тон номер 01. То есть вот в Belle, как вы видите, это не слишком белые средства 01. Они с таким желтоватым легким подтоном. Думаю, что не рискну его нанести, скорее всего, на зону, где гусиные лапки образуются. Нанесу его вот в эти точечки и до середины глаза. Распределять буду пальчиком. Ну, по ощущениям он довольно кремовый. Также положу вот сюда под бровь, однако не буду заходить на подвижное веко, поскольку не знаю, как он ведет себя под косметикой. Он довольно прозрачный. Если у вас очень большие синяки под глазами, то есть не как у меня просто два сосудика видны, да, а именно такие крупные большие темные пятна, то он, конечно, не замаскирует, либо нужно будет его наслаивать. Я сейчас наслаивать не хочу, мне вот такого варианта хватит, то есть вот вы видите до и после, чуть-чуть есть разница, да, здесь более такой светленький, свежий, более глаз. Под бровью точно так же немножечко посветлело, что сконтурировало бровь, то есть она стала такая более яркая. Теперь можно наносить тени. Они тоже от компании Belle в двух оттенках. Давайте посмотрим каждое. Вот так они выглядят. Одна в номере 01. Ага, и вторая в номере 01. Так, значит, вот это Hypoallergenic, гипоаллергенная серия, которая была разработана для людей с чувствительной кожей. Обратите на это внимание, у Belle есть такая серия. Так, что приятно, он закрыт вот такой вот крышечкой. Пробуем. Очень гелевые, очень красивые. И знаете, что он мне напоминает? Unknown Bronze от Maybelline.
Серия Hypoallergenic не имеет никаких ароматов. Посмотрите, какая красота. Я думаю, что их можно носить как моно, так и в сочетании с более темным, более светлым оттенком. Оттенки я очень люблю и думаю, что сейчас прям мы с вами их попробуем нанести на глазки. Довольно густые, суховатые. А для тех, кто любит вот такие вот очень плотные замазочки, которые перекрывают все недостатки на веке, я думаю, вам это подойдет. Для меня это слишком. У меня не сильно, честно говоря, растушевываются, лежат какими-то пятнами. Мне не очень нравится такой вариант. То есть для меня это очень сухая текстура. Я люблю такие более кремовые тени. Такие довольно сухие. Оставляю. Пока не знаю, может быть, еще поиграю с ними. Сейчас нанесла вторые тени, которые вам показывала в номере 01. Они уже не матовые, они шиммерные. Ложатся очень красиво. Беру их просто вот так чуть-чуть буквально на кисточку и наношу на подвижное веко полностью. Очень красивый бронзовый такой богатый цвет. В отличие от первых, прекрасно растушевывается, великолепно. Чуть-чуть как будто взбитые. Мне нравится такой эффект. Вот как вы видите, они очень красиво сидят на глазках. Замечательно дают, очень интеллигентный перелив, ничего лишнего. Очень быстрый макияж. Просто нанесли на все веко подвижное. Теперь самое время нанести подводку. Так, ну что ж, теперь у нас с вами на очереди прекрасная косметика из Америки, которая просто бьет рекорды продаж на севере Америки, Wet n Wild. А вот такая вот подводка, черная. Хорошая тоненькая кисточка, не слишком длинная, в принципе, и очень длинными не все умеют пользоваться. Вот так вот она чертит линии, прям совсем тоненькие, видите? Ей несложно управлять, очень кремовая такая текстура. Я знаю, что косметика Wet n Wild очень устойчивая. Приблизилась к вам немножко, да? Вот такая вот тоненькая получается подводочка. На девушек с опущенным веком будет ломаться вот эта вот линия, поэтому посмотрите, пожалуйста, мое видео «Макияж для опущенного века». Было подсмотрено мной в театре, поэтому самый простой, очень несложный вариант, которым наносится грим артистам с опущенным веком для того, чтобы глазки выглядели более свежими. Подводка чуть-чуть перекрыта тенями, а на этом глазу немного подправила, поэтому потерпите, будет более ярко. У меня сегодня двух компаний, от Belle и от Wet n Wild. Вот на эти самые, в общем-то, бюджетные туши от Belle очень хорошие отзывы. Вот смотрите, какая здесь маленькая кисточка для любителей вот такой вот малюсенькой-малюсенькой кисточки. Welcome вам сюда. Extreme Lashes Mascara. Secret Tale. Вот такое вот название, немножко бликует. Она должна, ну, по крайней мере, должна давать объем. Давайте попробуем ее. Я не знаю, видите вы или нет, объема большого нет, какого-то огромного, но довольно приятные такие пушистые получаются реснички. Таким образом, нижние реснички я не прокрашивала специально, чтобы воспользоваться вот этой тушью, потому что она не удлиняет, не дает объема, она дает такой естественный, эффект. У меня очень длинные ресницы внизу, поэтому никогда не крашу их объемной тушью, чтобы не было эффекта куклы. Она дает мега черный цвет, как вы видите, и у нее текстура не текучая, у нее хорошая небольшая щеточка, которую, я думаю, не будет задевать. Вот сейчас эта самая тушь с естественным эффектом Wet n Wild мне поможет закончить мой макияж. Ну, хотела, кстати, иметь такую тушь, которая могла бы прокрашивать мои нижние реснички, не создавая безумного объема и длины, так как они и так уже очень длинные. Теперь она у меня есть. По-моему, обе туши прекрасно справляются со своими задачами. Цена абсолютно бюджетная. Очень советую вам попробовать. И румяна у меня два варианта. Итак, у нас с вами остался завершающий штрих. Это румяна. Румяна также от Belle. Pocket to Skin Pressed Rouge. Один в цвете 0,51 и другой в цвете 0,52.
Цвет 051. Вот такой вот прекрасный, совершенно сатиновый цвет, нежно-розово-персиковый. Прекрасный, просто как вот розочка. 052 – это вот такой вот потрясающий розовый, очень красивый цвет. Опять-таки, очень интеллигентные, очень красивые сатиновые цвета. Мне нравятся и те, и те. Пожалуй, я нанесу все-таки персиковые. Совершенно не припудривала сейчас вот кожу, да, и они прекрасно ложатся. Если вдруг они пятнят у вас на неприпудренную кожу, ну, сегодня жарко, я не хотела бы пользоваться чем-то еще на лицо, кроме BB-крема, мне этого уже достаточно. Их можно вот так вот прямо растереть, то есть они такой валькой легкой ложатся пудрочкой, которая прекрасно растирается. Вот как вы видите, нет никаких пятен. Они сатиновые, они легкие, они не яркие, пятна не ставят, очень приятный цвет. На мне сейчас номер 051. В качестве контура я буду использовать вот такие вот тени от Demini. Вообще, средства для губ и для контуринга я приобрела от компании Demini. Фактически, это немецкий бренд, который открыл на территории Европы и территории России свои представительства. Eyeshadow с витамином Е. Давайте попробуем. Вот такой вот очень красивый, глубокий, матовый цвет. Подойдет в складку века, а также прекрасно работать как скульптор. Давайте попробуем. Очень хорошо разносятся, они не сильно пигментированные. Для скульптора, я думаю, будет идеально. Вот так немножечко, просто чуть-чуть в складочку. Посмотрите, какой цвет. Абсолютно естественная тень получается. Еще не находила вот такого правильного цвета бюджетный корректор. На мой взгляд, незаметен совершенно на лице. И такой очень естественный тень дает. Попробуйте, очень вам рекомендую. Это номер 714. Вот такой вот правильный серо-коричневый цвет. Так, у нас с вами остались губы. И все, я могу бежать уже по делам. У меня липбата в руках. От Demini это такой замечательный бальзам, потрясающим ароматом, я уже чуть-чуть его попробовала, мне он очень нравится, нанесу его вот так, чуть-чуть буквально, и промокну на всю поверхность губ, я сейчас собираюсь нанести карандашик от Demini, давайте посмотрим его вблизи. Waterproof Lip Eye Pencil. Хороший винный цвет, матовый абсолютно. Ароматический карандаш Demini для губ с точилкой. Ностальгия по красному 69 рублей. Таким вот образом прокручивается в точилочке. Итак, лип-бальзам, да, лип-бата. Ага, то есть это даже маслица. Это fruit dessert. Десерт фруктовый такой. Очень красивенькая. Ну что ж, вот и все. Я нанесла его на все губы. У нас теперь с вами полностью готовый макияж. Единственное, но косметика Demini очень устойчива. Карандашик довольно суховат. Я уверена, что он будет держаться весь день. Но для того, чтобы не было дискомфорта, как раз и продаются вот такие вот специальные липбата, да, которым я пользовалась до карандаша. Сейчас сверху воспользуюсь. Использую такую вот кисточку, чтобы не пачкать уже ручки. Как бы такими похлопывающими движениями просто чуть-чуть нанесу этот увлажнитель, это маслечко сверху. Так, ну и поскольку мой сегодняшний день плавно перетекает в вечер, поэтому вот так вот, довольно скромно, но все-таки с яркими губами. Все, побежала. И обязательно расскажу вам, как вел себя этот макияж. Но по ощущениям, это все очень устойчивые средства. Ну что, друзья, прошло целых 10 часов с того момента, как я нанесла макияж. Я ничего не поправляла в течение дня, за исключением того, что вот этот консилер под глаза мне пришлось немножечко увлажнить сверху, потому что у меня довольно сухая кожа под глазами. У меня 0,1, то есть такой, ну, насколько я понимаю, самый светлый. И я его не вижу, вот прям так, если посмотреть близко, его не видно на глазах, что очень здорово. Буду дальше его использовать, но уже с увлажняющим кремом, либо на увлажняющий крем. Не знаю, посмотрим, как будет лучше. Попробую. А вот этот корректор более плотный, да, консилер более жидкий, корректор более плотный. А антибактериальный мне лично не сильно понадобился, но оказался полезной штучкой в машине. То есть, если у кого-то аллергия, какой-то прыщик замазать, вот сегодня уже навозюкала его на мужа,
конечно, возмущался, но потом, когда увидел, что недостаток совершенно незаметен, сказал: «О, вообще хорошая штучка». И к тому же он снимает немножечко отечность, раздражение. Вот такую штучку очень советую, ну, тем более абсолютно бюджетная вещь. В общем, пригодился. Так, румяна от Бель. И, по-моему, единственные румяна, которые у меня в течение дня не съелись за 10 часов, друзья, да. Сейчас я еще дома повозилась, и масса была тоже всего. И, тем не менее, как вы видите, да, вот они есть на щечках, это прям радует. Обычно у меня кожа съедает абсолютно все. Так что вещь хорошая. Тени от Demini, которые мы с вами использовали в качестве контуринга такого легкого. Замечательно, никуда не делись, не съелись. И я все номера обязательно напишу в описании к этому ролику. Посмотрите, пожалуйста, для тех, кто заинтересовался конкретными оттенками. Сумасшедшие потрясающие тени за такую стоимость от Belle. Я имею в виду вот эти самые тени, которые сейчас у меня на глазах, как основной, да, тон. Посмотрите, как они идеально лежат. Для 10-часового дня была в машине очень долго, на улице была долго, жара была, работала, в магазин зашла, то есть дома работой занималась. И тем не менее, они все еще сидят, они нигде не отпечатываются, они абсолютно сухие, смотрите, вот я прям прикасаюсь, и ничего не остается, и да, помните, они наложены без базы. Гениальная вещь. Я бы вам рекомендовала приобрести вот такие. Как вы уже поняли, это все недорого. Вот именно в этом онлайн-магазине. Следующий момент. Тушь. Смотрю еще раз. Ничего не осыпалось. Представляете себе? То есть вот эти две туши. Вот так, смотрите. Видно? Нижние реснички я прокрасила вот этой тушью от Wet n Wild. А верхние реснички для объема большего, да, чтобы они были более пушистые, прокрасила вот это Secret Tail от Belle. И та, и другая супер бюджетные для меня лично находки. Я рада, что они у меня есть, просто счастлива. Подводка. Сумасшедшая классная штучка, малюсенькая от Wet n Wild. Для тех, кто хочет попробовать подводку, но не знает, какую приобрести, приобретите Wet n Wild, и будет вам счастье. Легко наносится, держится долго, не стирается, прекрасно совершенно наносится на уже нанесенную базу, на тени. Очень многие подводки не хотят рисовать по макияжу. Здесь такого нет. Здесь все прекрасно рисует. Wet n Wild подводка отличная. Карандашик от Demini. Замечательно держался весь день. Вот как видите, сейчас его нет. Вот таким тинтом он сходит. Специально не стала сейчас еще раз наносить, чтобы вы могли посмотреть. Вот так он полностью сходит после двух приемов пищи. Еще был мороженое. На мой взгляд, неплохо для столь бюджетной косметики. Еще раз повторюсь, цены меня просто убили на этом сайте, поэтому оставляю ссылку. Что ж, спасибо, что вы были со мной. Все украшения уже поснимала. Уже хочется в душ. Хочется уже снять с себя все и отдохнуть, наконец-таки нанести свой любимый уход вечерний. По возможности оставляю описание всех средств с номерами, либо адрес сайта, где вы можете все их найти. И что же еще? Я благодарю вас, друзья. Спасибо большое, с последних сил благодарю вас. Хорошего вам дня и обязательно, обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Все, пока!